Так, у нас получилось сегодня очень занятое утро. Мы не могли разобраться с сейфом. Мы пока сходили на завтрак, хотели все поснимать, но у нас ребенок и все остальное. И так как мы только начинающие блогеры, нужно еще приучиться ходить везде с камерой. Вот, сейчас мы все узнали. Мы сейчас находимся в Рива дель Гарда. Это место, где находится наш отель Савой. Мы хотели сначала сейчас взять велосипеды и поехать по озеру, вдоль озера на велосипедах. Но нам объяснили, что, допустим, в этот город, в который мы хотим поехать, Лимоне. Вроде так оно правильно произносится. Я потом еще раз скорректируюсь, если я неправильно сказала. И нам объяснили, что туда лучше поехать на лодке. Хотя на эту же лодку можно было взять и велосипед. Но вроде там объяснили, вроде городок красивый. И там лучше ходить пешком, так как есть небольшие подъемы вверх-вниз. И, наверное, на велосипедах будет не совсем комфортно, особенно с ребенком. Но сейчас мы туда доберемся и посмотрим. Стоило нам брать велосипеды или не стоило нам брать велосипеды? Вот, смотрите, мы идем, горы, озеро, конечно, потрясающе. Сюда надо лучше на недельку, конечно, приехать, но сейчас мы узнаем, стоило сюда на недельку, не стоило приезжать. И все вам покажем. Пишем на лодку, не опаздываем. И сейчас я покажу, какой вид. Вот видите, мы прошли с отеля, ну, буквально тут минуты, наверное, каких-то 3-4 идти. И вот мы выходим сразу к озеру. И чтобы вы понимали, как это все выглядит. Вот здесь надо быть очень аккуратно, потому что здесь велосипедная дорожка. Вот, смотрите, детская площадка, детки уже играются. И вот, смотрите, вчера, конечно, тут было ветрено, но сегодня вообще потрясающая погода. Вот, видите, кто-то уже завтракает, кушает, кофеечек. И вот оно, какое спокойное озеро. Видите, там даже йогой занимается, разминается. Вот, смотрите, классно. Вот почему так свое утро не начать? Позанимался, побегал, растяжка, разминка, а потом еще даже и искупаться. Вообще супер. Мы бежим на всех парах, потому что отправление через 3 минуты. Мы не думали, что так далеко идти до станции, потому что мы так думали, не спеша, прогуляемся. Таким шагом. Вот они, лодки. А это, которые курсируют. Я надеюсь, она без нас не идет. Смотрите, вверху там еще какой-то замок. Город только просыпается. Вот. Я надеюсь, сейчас мы успеем. У нас пару минут. Видите, какой... Ну, да. Опять мама виновата. Вот, смотрите, город просыпается. На лодку, вот лодка. Видите, сейчас Женя покупает билеты, без маски туда не пускает. Ну, сейчас, я думаю, мы. Смотрите, видите, стоят человек, который проверяет, меряет температуру. Нам уже с Данкой померили температуру. Все окей, мы прошли контроль. Сейчас мы ждем Женю и погружаемся в лодку. В корабль, точнее, видите, сейчас. Сейчас Женя бежит. Где нас Женя? Wait, наверное. Сейчас он бежит. Вон папа бежит. Все. Папа бежит. Да. Все, папа ваш бежит, 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 бежит. Успевает, да, давай, билетик. Все. Hello, thank you for... Все. Сейчас я померю. Одень маскарину. Померяю температуру. Все. Лего. Все. Мы успели. Чао. Мы успели. Ура, ура, ура. Все, поднимаемся наверх. Смотрите, какой большой корабль. Пошли наверх. Я уже сейчас. Вот ты идешь как мама. Стоп. Entrance. Вот. Да. Видите, сейчас на время коронавируса сделали сюда вот вход с одной стороны, а с другой стороны выход. Смотри внимательно. Все, идем. Там можно впереди сесть, наверху там. Еще выше можно подняться. Самый высокий. Еще выше можно. А где лестница? Я не знаю, где люди там на носу ходили. Не вижу.
Либо с другой стороны. Ну все, нет и нет. Так, предлагаю посмотреть, где ты. Озеро Гар, смотрите. Лимоны везде, посмотри. Лимоны весь где? Мы уже прогуливаемся по городу лимоны. Вот лимоны, оно почему? Потому что везде лимоны, лимончелы, лимоны, все, что с ними связано. И посмотрите, вот какой закуток потрясающий. Здесь и лодочки, и цветочки. И посмотрите, какой отель. Отель, скорее всего, или, ну, я думаю, или отель, или дом чей-то. Посмотрите, как красиво украшен. Это просто потрясающе. Вот видите, уже открываются магазинчики, вот про которые лимоны я вам и говорила. Смотрите. Мыло такое. Чао-чао. Смотрите, вот это лимончелло, какую хочешь.
и такую, и не такую. Смотрите, сколько всего тут есть. На любой вкус и цвет. А мы идем дальше гулять. Все, пойдемте. Смотрите, как машина проезжает по этим таким маленьким улочкам. Дианочка, отойди, пожалуйста, пошли в тенечек. Друзья, не прошли мы 5 метров от того замечательного места. Посмотрите, какие лимоны. Они просто гигантские. Они, наверное, как грейпфруты. Это просто потрясающе. Идем дальше. Может, мы еще больше лимона встретим? Так, смотрите, вообще, конечно, красотища. Все вокруг. Магазинчики только начинают открываться. Сейчас на часах 9:24. Ну вот как раз начинает город просыпаться. Из такой вот маленькой улочки позади меня мы вышли на набережную Лимона. Видите, флаги, все. 9:30 на часах, и город уже ожил. Смотрите, видите? Видите, на велосипедах катаются. Все делают с детьми. Красиво все это выглядит здесь. А мы идем сейчас погуляем и рисуем, что мы хотим еще в другой городочек поплыть. И поэтому нам нужно подождать следующую лодку, которая будет минут, наверное, через 40 каких-то. Видите, все, уже сидят кофеюшки полные. Кто-то загорает на крыше дома, что ли? Кто-то загорает на крыше дома, может быть. Сели в кофеюшку одну из местных с таким вот видом. Первая линия на озере. И вот что мы лимонад. Это не лимон, а лимонад, это лимончелло шприц. Тихо, тихо. И вот с таким вот видом. Сейчас попробуем. Я сделаю чипс с папой, когда я не пью лимонад. Попробуем. Это чуть-чуть меда. Это реально вкусно. Потому что как же не приехать в лимончелло, не попробовать. Ой, в лимоны у город и не попробовать что-нибудь связанное с лимоном. Вот Женя покривился, но она как-то... Здесь утро пицца не идет? Ну, он кисловатенький такой. Да, вкусненький. Да, вкусный, но да. Ну, по-моему, крепкий напиток там. Ну, лимончелло, она обычно не крепкая, но здесь такое что-то. Так, смотри, вот цена лимончелло, она стоит, там же Даня напиться, по 5 потать. Лимончелло шприц, вот он, две штуки лимончелло, 10 евро. И Диана заказала еще мини-пиццу. Вот, и теперь мы ждем. Значит, мы готовы уходить на корабль. Мы ждем на корабль, пока нету корабль. Мы ждем. Наша поездка в Лимона закончилась, и сейчас мы ждем наш корабль, чтобы отправиться в следующий городок. Не могу его выговорить, чего-то там, вот корабль, видите, приплывает. Да, сейчас вот видите, другой маленький, видите, можно с велосипедами погружаться. Вот уже очередь образовалась. И сейчас одни выйдут, другие зайдут, видите, все в масках. Впереди вот с велосипедами. Видите, очень удобно на самом деле, вот путешествовать на лодке с велосипедами. Очень классно. Затаскивают. И вот наша очередь. Перед посадкой, конечно, нам нужно одеть масочки. Без них никуда. И тут, кстати, на озере Гарда во многих местах, в заведениях и на лодку проверяют температуру. Мы подплываем Мальчизины. Вроде правильно я произнесла. Нам сейчас сказали... Next stop is Мальчизины. Надеюсь, я правильно запомнила. Вот на этой лодке уже больше людей. Да, только лодка в 10 раз меньше. Лодка меньше, людей больше. И вот мы подплываем. Мы хотим подняться на гору, там у них фуникулёр. Но сейчас посмотрим, узнаем, сколько это стоит, насколько там большая очередь и что это, как бы, стоит зайти или не стоит. Или мы погуляем по этому городку, покушаем. И поедем в Рива дель Гарда. Это наш регион, где наш отель расположен. Мне кажется, тот городок был... Лимончелло? Получше. Ну, да. Ну, я пока не уверен, но мне кажется, там как-то более милый. Такой старый город.
вышли с корабля, с лодки нашей. Мы сейчас в городе опять, который я забыла название на самом деле. И возле красота уже я решила в другом кадре засняться. Людей достаточно много, туристов, смотрите, все сидят, снаки, напитки. А мы сейчас направляемся к фуникулёру. Сейчас пойдем смотреть. Мы примерно с воды его видели, где он расположен. Поэтому на ощупь, точнее, по интуиции идем в сторону, куда все идут. Вообще, конечно, вода, все потрясающе. Да, прозрачная вода. Идем по такой вот замечательной улочке, вообще лимончеллы, напитки, все, что связано с лимоном, с ликерами, просто очень много. Плюс еще handmade. Handmade — это сделано вручную. Вот, смотрите, сколько есть всего. Шли, пришли в замок, к которому мы сейчас поднимемся. Все покажем. А вот она вот смотровая площадка. И посмотите, люди купаются, даже собака купается, и вода просто шикарная. Там можно видеть, и яхта тоже купается, с яхты. Как я говорил, здесь вид... Видите, вот кораблик проплывает мимо нас. Покажи кораблик. Нас, я уже показываю вид, ты показываешь не вновь. А, я понял, вот кораблик. Ну, а зачем ты показываешь? Да, вот что-то в небо. Это мой вообще классный скупас. Я бы тут с трубкой, с маской посмотрел. Очень красиво вообще, безумно красиво. Прозрачная вода, прекрасная погода. Пойдем в замок. Мы вот сейчас заходим в замок. Давай, стоимость замка 6 евро для взрослого, для ребенка это бесплатно. Давай, вот сейчас проверим температуру. Видите, вот такой приспособ. Ага, видишь, нету. Тебе надо обязательно одевать, ты что? Не, она говорит, non rilevata. Все в маске, давай, одевай, пожалуйста. Температура nella norma. Per favore avvicinarsi. Окей. Температура нелла норма. Температура нелла норма. Теперь мне. Температура нелла норма. Per favore avvicinarsi. Diana, let's go. Температура норма? Норма. Diana, your card. Температуру нам проверили. Теперь идем изучать замок. Сказали, что все открыто. Единственное, по-моему, какая-то там одна часть немножко закрыта, ну а так, пожалуйста, ходите. Маска обязательно. Ну, конечно, очень сложно дышать в маске при такой температуре. Помой, пожалуйста, вот видите. Зажарился, пожалуйста, умойся. Это очень удобно. Да, Зая? Да, умывайся. Умывайся, умывайся, конечно. Смотри на меня. Мы надеемся, сейчас фотка. Так, посмотрим, что же тут у нас за вид. Да, потрясающе. Вид. Эти пляжи. На пляжах очень немного людей. На падлбордах. Это на яхта, вообще супер. Вот поднимаемся мы по ступенечкам. Да, аккуратно не лети.